попал, бля. Конечно, я ж проехал. Слышишь, через это он все, вот, все должен пройти мимо. На какой передаче? Стоя? Как хочешь. Сейчас будет курва! Я не успеваю подумать об этом, блин, то, что ты говоришь. Покорил. Покорил. Ну, можем дальше двигаться. Посмотрим. Бля, дайте отдохнуть. Мы тут сидели, блин. Ну так. Отъедь, я попробую заехать еще раз. Сейчас Миша чуть не сдох. Блять, такие крутили. И просто. Крутил нормально. Вообще просто. Забыл включить. А, нормально. Экономия. Ты почти заехал, молодец. Ты бы заехал. Да, это горка полегче. Мост выжил. Мост еще выжил. У тебя хвосту не выжить, это очень сложно. Моя система сработала. Молодец. Что? А, ты не заехал, ты еще не молодец. Что? Еще давай? Что, заехал? Не, ну тут нельзя с подъем, конечно, если подумать. Блин, дальше. Я в эти ветки боюсь. Буду все подбирать тебе. Ну давай подберем. Начинается. Я тут боюсь ветки. Ну да? Потому что я без этого еще, блядь, плохо. Тебе вообще пиздец не равновесие, хочешь сказать. У меня? Ну типа, когда перепрыгиваешь, тебя просто уносит блок какой-то. А почему меня уносит? Погляди, сколько здесь корней. А. Ты прыгаешь на бревне, и тебе после этого уносит. Да. Ну так у меня же не такие хорошие низы, как у тебя. Я могу его аккуратненько, Евелинка, проехать, только потом у меня зароюсь там. А ты можешь со сцеплением медленно подняться.
Вот в чем разница. Есть разница тоже. У меня только так, а у тебя медленно можно подняться. Ну все, значит, надо двухтак не покупать. Надо? Отстой получается какой-то. Мне уже давно пора. Ну что? Последний раз едем на... Вперед не надо, надо больше вес, больше скорость. Хавчик! Нет, это не хавчик. А, блин. Подожди нас, мы его догоним.
капец. А? Мягкий капец. Ты был близок. Ты был близок. Больше газа. Если что, на эндуро 4 сезона там такие препятствия и будут. Да.